Всем привет, мои дорогие друзья! Hello, my dear friends! Сегодня готовим вот такой вот очень вкусный и полезный салатик, который можно также приготовить на Новый год. Рецепт простой, готовится очень быстро. Не забывайте ставить ваши лайки, подписаться на канал, поделиться рецептом с друзьями в социальных сетях. Для салата мне понадобится сегодня несколько картофелин, 3 отварных яйца, баночка кукурузы, майонез, колбаса или балык, или то, что вам нравится, укроп, несколько перышек лука, у меня здесь есть отварная морковь и несколько соленых огурцов. Еще можно лук репчатый добавить. Картошку я обчистила от кожуры, морковку тоже. Яйца от скорлупы освободили и еще добавила один репчатый лук, как я сказала. А за окном у нас вот такая погода, снежок идет, видите, минус 3 градуса. Все в снегу. Снега много насыпало. Вон сколько. Мелко измельчаем кубиками картошечку. Яйца вот такими кубиками. Так, на половинки перерезаем. Такие вот кусочки. Я мелко сильно не люблю яйцо измельчать. Хочу, чтобы оно было кубиками, чтобы оно ощущалось. Вот так. Далее нарезаем морковочку. Она у меня тоненькая, вот так вот на полосочки, а можно вот так вот пополам, и вот так вот, тоже чтобы была нарезана кубиками. Объединяем все полосочки. Так, в кастрюльку. Кастрюлька у меня большая, других нету, поэтому все в одну кастрюлю. Далее огурчик. Огурчик у меня бочковой. Вчера купили на Новом Крепаже по 15 злотых за килограмм. Но огурчик хороший, да, мам? Очень хороший. Такие кисленькие, как и у нас. Да, делают по стандарту. Соль и вода. Тоже точно так же нарезаем. Я сильно мелко в салат не люблю ничего резать, поэтому средние кубики. Точно так же нарезаем колбаску. У меня вот балычок. Вчера купили немножко. Колбасу вообще не покупали 100 лет, купили раз за месяц, наверное, для салата. Так. Колбаску попробовали, вкусная. Точно так же нарезаем кусочками. Дала своему оператору, да? Да. Немножко подкрепиться. Спасибо. Так. На здоровье. Так вот кусочками. Вот нож такой у нас немножко туповатый, поэтому сложно режется. Хотела тут кусочек оставить на следующий раз, не знаю. Сейчас посмотрю визуально. А ну покажи нам, пожалуйста, оператор. Добавить, как ты считаешь? Немножко, да? Уже дорежу, да, этот кусок, потому что маловато. Так, далее нарезаем укропчик. Укропчик миленько. Можно, если вы будете на красивом блюде подавать, пару веточек оставить и украсить бока тарелки. Как раз к Новому году будет очень актуально. Ну, я уже тут так вот немножко оставлю сверху положить. Так, измельчаем. И сюда же вот зеленый лучок. Точно так же измельчаем. Так, вот эти перышки подберем.
Высыпаем всю эту витаминную красоту в кастрюльку. Далее, ребята, у меня вот такая баночка кукурузы. Попробуем, еще не пробовали. Откроем ее сейчас и попробуем. Так, водичку надо будет слить. Хорошая, сладенькая. Водичку слили, кукурузу отправляем в салатик. Так, далее у меня вот такой вот майонез. Ну, вы любой берите, к которому мы привыкли. Провансаль мне на Украине у нас очень нравился. Сколько, мам, мы положим ложек? Побольше. Ну да, и по вкусу. Помешаешь? Майонез тоже очень хороший. Так, и все тщательно перемешиваем. А, еще соль же, соль. Соль вот так вот сначала на глаз, щепотку. Потом будем пробовать. Перемешиваем. Получается у нас вот такая красота, ребята. Оператора еще не научила держать правильно камеру. Вот так. Ого. Вот такая красота. Мама попробовала, говорит, кукурузу. И что ты вспомнила? Вспомнила, как у нас в огороде росла та кукуруза. Молоденькую мы ее рвали. Варили початки, очень вкусные, эта кукуруза очень вкусная, молоденькая. Получился салатик, ребята, очень вкусный, нежный и сочный. Перекладываем в салатницу. Спасибо всем за ваши лайки, за ваши комментарии и поддержки. Не забывайте подписываться на канал, поделиться этим рецептом с друзьями в социальных сетях. До скорой встречи! И всем пока! Умыла цветочек антуриум. Сама хозяйка умылась и листики умыла ему. Раз в неделю поливаю и влажной ваткой протираю листочки, чтобы цветочки не повредить и не намочить. А это его водичка персональная, отстойная. Комнатной температуры должна быть обязательно. Видите, какой я теперь уже лопушистый. Красивый.